Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. В этом видео я покажу вам, как сделать своими руками бренди Лимпопо к праздничному столу, похожий на французский коньяк, но только лучше. Расскажу рецепт приготовления и еще простой способ фильтрации готового напитка. А вы пока подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Вопросы можно задавать в комментариях. В конце видео поставьте лайк в знак благодарности. Для приготовления бренди Лимпопо я использую 8 компонентов, некоторые из которых я сам выращиваю на своем участке или заготавливаю летом в полях. Для приготовления нам понадобится 3-литровая банка, заполненная до плечиков водкой или самогоном высокого качества. Поочередно добавляем следующие ингредиенты. Первое. Изюм 3 столовых ложки. Можно использовать светлый или темный изюм. От темного напиток приобретает более насыщенный цвет. Второе. Лепестки роз 2-3 столовых ложки. Желательно использовать лепестки красного цвета, собранные с ароматных роз. Третье. Небольшая палочка натуральной корицы 1 штука. Четвертое. Кардамон 5-6 зернышек. 5. Иван-чай 2 столовых ложки. 6. Кора дуба 2-3 столовых ложки. 7. Анис звездчатый или бадьян 3 штучки. 8. Мята или мелисса 2 столовых ложки. После внесения этих компонентов все хорошо перемешиваем. Плотно закрываем банку крышкой и убираем на хранение в темное место. Каждые несколько дней желательно банку встряхивать для лучшего перемешивания компонентов и ускорения процесса приготовления продукта. Через 30 дней продукт готов к употреблению, но я рекомендую увеличить срок до 60 дней для получения более насыщенного и ароматного напитка. По прошествии вышеуказанного срока содержимое банки нужно процедить через мелкое сито для удаления крупных остатков компонентов. Далее делаю тонкую очистку. Для этого беру пластиковую бутылку с широким горлышком, отрезаю дно, откручиваю пробку. Беру ватный косметический диск и, используя пластиковое колечко, фиксирую диск на горлышке бутылки. Ватный диск служит фильтрующим материалом. Беру 3-литровую стеклянную банку и устанавливаю сверху фильтр. Плавно наливаю напиток в фильтр. Происходит процесс тонкой фильтрации. После этого разливаю отфильтрованный бренди по бутылкам и отправляю на хранение в темное прохладное место. Срок хранения бренди Лимпопо не ограничен, но, как правило, быстро употребляется, так как имеет неповторимый вкус и аромат. Название «Лимпопо» пришло мне на ум практически сразу после разработки и дегустации данного напитка и было одобрено многими любителями приготовления подобных напитков из моего окружения. Напиток обладает согревающим эффектом и теплым вкусом. Цвет напоминает южный загар. Аромат веет жарким летом с нотками цветущих пряных трав. Обязательно помните, что чрезмерное и регулярное употребление любых алкогольных напитков приносит вред вашему организму. Всем большое спасибо за просмотр.